Un spectacol dedicat zilei lăsat secului s-a desfășurat conform tradițiilor în cadrul liceului rus Cehov din orașul Florești, organizat de către profesorii, elevii și părinții acestora. Неделя в России считается сырной, молочной неделей. А сегодня мы празднуем широкий четверг. Четверг, когда все едят блины с медом, с вареньем, пьют чай, развлекаются, играют, катаются на санях, устраивают кулачные бои, перетягивают канат. И все это мы стараемся провести и у себя, чтобы чувствовать, что мы действительно как православные люди, русские люди. Пользуясь случаем, мне хотелось бы поздравить всех женщин нашего лицея, всех женщин нашего города, всех женщин района с наступающим праздником 8 марта. Дорогие женщины, будьте всегда молоды, будьте красивы, будьте приятны в своем семейном доме. Conform tradițiilor slave vechi, lăsat secului se sărbătorește de fiecare dată la finele iernii și începutul primăverii, când oamenii pot consuma doar produse lactate. În această zi, elevii de la Liceul Teoretic Cehov au pregătit clătite și alte bucate. Tradiția de a celebra această sărbătoare vine din Rusia, de unde elevii au și organizat diferite jocuri, au cântat și au dansat, iar la final au dat foc sperietorii confecționate din mături. Fiecare elev și-a scris păcatele pe foițe care au ars împreună cu sperietoarea. La fel, în cadrul sărbătorii au fost prezenți și reprezentanți de la Consiliul Raional, dar și elevi din alte instituții de învățământ din orașul Florești. Cine caroșe tradiții în raionă, это еще говорит о том, что традиции всех, кто проживает на территории района, мы должны ценить, сохранять и приветствовать. Мы признали все равно фрумоасы традиции, муштините при лаптере маме, и au prins aici rădăcini și an de an petrec. Sărbătoarea de astăzi este foarte frumoasă. M-a impresionat mult profesorii din școala asta. Ei au participat cel mai mult. Mi-a plăcut sărbătoarea în genere, dansurile, cântecele și a fost destul de vesel. La data de 7 martie se începe postul mare, iar la data de 6 martie se sărbătorește duminica, când creștinii ortodoxi își cer iertare de la rude și prieteni. Его празднуют каждый год, это наша традиция, как бы, и мы ее часто соблюдаем. Мы надеемся, что этот праздник будет не только здесь, на нашей территории школы, но и за нее, то есть за пределами. Мне очень нравится этот праздник Масленица. Я очень рада, что у нас в школе празднуется этот праздник. Эти традиции русские, и этот праздник возвращает нас как будто в прошлое. Очень нравится традиция сжигать Масленицу. И мы очень верим в то, что когда мы кидаем в эту Масленицу записки со своими грехами, мы избавляемся от этих грехов. В этот день все люди веселятся, празднуют, играют, вот как у нас проводятся разные игры. И также во время Масленицы люди просят друг друга прощения. Această sărbătoare a devenit deja tradiție la Liceul Teoretic Cehov și este sărbătorită în fiecare an.